Всем снова привет. И так, мы продолжаем вызывать босса. Да, в прошлой части я закончил и, блин, минут, наверное, 20-30 мочил еще эти штуки. И потом, по случайности, небольшой, использовал заклинание. И оно почему-то сняло щит. Ну вот, сейчас у него опять щит висит. Я его не бил просто, когда снял. Щит, сейчас посмотрим. Так. Так, значит, я другое заклинание использовал, сейчас посмотрим. Какое-то заклинание я использовал, либо тройку, либо двойку, либо единицу, не помню точно. Там снялось у него... Ага, вот. Так, ну теперь все, бить его надо только. Бить, 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 бить. Поджигать, взрывать. Так. Окей. Ну, двойка, помню. Давай сюда иди. Молодцом. Синий щит был красный. Ну, так, сейчас по логике подвигаем. Ну, если можно подумать, что красный щит это огненный, и снимается он холодом, то зеленый щит, ой, синий щит это холод, и снимается он чем? Огнем. Все ясно. Значит, мне нужно огненное заклинание сейчас. Так, мое огненное заклинание. Да. Что-то он... Так. Ломай щиты. А так он вообще тогда нежный такой становится. Но, блин, ледяной щит не нужен. А, можно и просто с заклинанием. Я думал, только мощными заклинаниями можно сносить. Ну, тогда он вообще сейчас в шоколаде у меня тут будет. Блин, убьет. Блин, не поджег его тогда. Какой щит будет сейчас? Извините мне. Так, вот. Блин. Да умираешь ты уже. Умри. Эй. О. О-о-о. Довольно. Что это он сделал? Он джедай. Нет, ситх. Ты на распутье, Аюми. Алтари, наделявшие тебя силой на пути драконов, принадлежат и контролируются мной уже очень и очень давно. Вместе с силой ты впустила в себя хаос, Аюми, и теперь ты в моей власти. Твое время пришло. О, нет. У Аюми человека нет будущего, а у Аюми дракона есть. Одним взмахом руки я могу забрать твою силу и обречь на смерть. Ты можешь стать всем или сгинуть в безвестности. Возьми меч, покончи со своей жалкой человеческой сущностью. Почему он сам убить просто не может? Ты обретешь могущество и бессмертие, и весь мир падет пред тобой. Ты поведешь мои орды, мы покорим все миры один за другим. Ты станешь моим лучшим воином. Выбор прост, Аюми. Все в твоих руках. Будь со мной. Будь я совсем уже не понимаю эту логику. Почему он сам не может убить это человеческое тело? Тогда у него просто выбора не будет. А сейчас она может не убить это тело и убить его. Ой. Нет, ты жалкое и никчемное создание. Нет.
так? Что за фигня? Нафига она потеряла такое идеальное, могучее драконье тело? Во время ты сошла с ума. Зеро пришел. Аюми, я уже думал, мы тебя потеряли. Ты как? В порядке? Да в норме она. По крайней мере, она снова человек. Я в порядке. Всего-то пришлось умереть. Давайте быстрее, надо выбираться. Я слишком долго ждала этой возможности. Ну и какой у вас план? А чего вы на меня-то смотрите? Кажется, на этот раз плана нет. Как всегда. Мочи все, что двигается, вот называется. Так, так, я понял. Вот теперь надо разбить это. Стражи сейчас пытаются свергнуть хранителя. Не знаю, получится или нет. Надо включить сферу и сваливать отсюда. Но как? Хранитель контролирует ее. Сейчас никто не... Мне, пожалуй. Благодаря небесным стражам у нас есть шанс. Видите эти штуки? Они забирают энергию сферы. Если мы уничтожим их, то сфера должна включиться. Ай, блин. Хранитель в жизни не подпустит нас к ним. Я отвлеку хранителя на себя, а вы займетесь... Нет, сферой. Пожалуйста, давайте лучше я... Блин, я так не могу. Дайте мне хотя бы восстанавливающуюся эту фигню. Мне нужна энергия. Я тебя сейчас повожусь, я тебя убью нафиг. Дайте мне... Мне надо... Я пак... Дай мне энергию. Наконец-то. Есть. Yes. Да пошли вы в жопу, дебилы, блин. Ненавижу вас. Энергию дайте мне. Дай мне энергию. Энергию дай. Я разрушаю щит, а не вы. Так, офигеть, мне еще щит не разрушил его. Так, дайте мне, пожалуйста. Вот где они ломают? Покажите мне их, как они там это ломают, блин. О, да. О, неплохо, кстати, он и бомбит. Это я был удивлен. Я бы уже на их месте давно бы умер бы. Ладно, мне нужна энергия для того, чтобы... Дайте, пожалуйста, энергию. Еще кто-нибудь. Есть. Есть. Ну скоро в этом кристалл разрушите, дебилы. Дайте мне энергию, блин, идиот. Если вы мне не дадите энергию, я не разрушу. Если я не разрушу. Ну уже почти. Так, мне опять энергия нужна. Наконец-то. Все, отсюда. Валим. Не
Ура. Ура! Ура! Да, мы сделали это. Мы вернулись. Черт подери, мы были на грани. В самом деле на грани. Не думал, что буду рада увидеть это место опять. Да заткнись ты. Почему сфера еще включена? Мне кто-нибудь объяснит? Так и должно быть. Я серьезно. Это нормально? Меня раздражает эта вещь. Как ее выключить? Заткнись, знаю, блин. Может, вернешься и попробуешь с той стороны? К черту сферу. Забудьте уже про нее. Надо уходить отсюда. Выход там. Пошли! Угу. Могли бы разрушить сферу, если честно. Недоумки! Они заложили нашу дыру. Но кто в здравом уме мог сделать такое? Дверь тоже закрыта. И что же нам делать? Странно. Как будто закрыто снаружи. Но ведь так не бывает, верно? Снаружи? Так, внутри, снаружи. То есть, как будто заперли нас? Что за черт? О, сфера активируется. Кажется, это еще не конец. Повелитель тьмы или повелитель хаоса. Что? Но почему? Зачем ему приходить за нами? Если это кошмар, разбудите меня. Ну, Зеро, что скажешь? Предлагаю считать врагом все, что выходит из сферы, если оно не имеет человеческого облика. Все согласны? Ну, вполне человеческий облик. Уродливый, но человеческий. Так, а куда это? А, вон. Пока нет полной силы, но он быстро накопит ее. Нужно спешить! Так, что, мне его убить надо? Так, ясно, я им урон просто не наношу. Ну, разделали, что дальше? Что это за шар летает постоянно? Какой-то шар постоянно летает. Держать строй, черт возьми. Ну, что дальше? Ёб! Ау. Так, теперь опять этих убивать. Ну, блин. Так, мне нужна энергия, кстати говоря. Где? Вот это что такое? Это, я понимаю, так взрыв будет там? Да, там взрыв. Так. Тут взрыв будет. У нас получится. Не сдаваться! Аюми! Что? Можешь не просто произносить мое имя, а что-то еще говорить мне? Ой-ой. Интересно, урон нанесется мне, если я... Да, наносится. Неплохо. Он сейчас ударит, я точно знаю. Офигенно, кстати. Все, кто будет проходить игру, вот эту вот фигню берите. Это просто идеально убивать боссов. Да не только боссов, вообще всех убивать. Так, нас надо огненно использовать.
Смертник. 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 Опа. Давайте. Смертник. Смертник. Он мог бы посылать кого-то хотя бы посильнее, а то этих зомбиков как-то вообще бесполезно для него, по-моему, посылать. Я, конечно, не на стороне все-таки плохого, но... Ну ведь... Все. 1-3 и все. Это ж фигня, я только что его убил нормально. Да, теперь он типа из Zero сейчас... в грудь ему, в сердце, на. Ну? Его засасывает обратно. Там жижа такая смешная рядом с ним. Как-то удивительно в том, что их очень так сильно притягивает, а Zero там чуть-чуть перекатывается, при том, что он вообще не держится ни за что. Вот это вот удивительно. То есть он медленно-медленно катится в портал. Либо потому, что они такие легкие, либо потому, что он такой жирный. Одно из двух. Пока Zero. Или Zero. Портал все еще открыт, что ли? И вот мы и прошли Blades of Times. Blades of Time. Правильно назвать, да. Игрушка... Как обычный слэшер. То есть, в некоторых моментах даже веселит. В некоторых иногда подумать... Ну, скорее не думать, а тупить надо, когда вот эти вот внизу кнопки дебильные. Тупишь на одной 3 минуту, на второй 30 секунд, на третьей 15 секунд. Это очень раздражает. Время просто потеря. Ну, по мне так. Монстры раздражаются щитами. Ну, наверное, это просто уже придирки просто в игре. В общем-то так. Не, нормальная игрушка, можно поиграть, конечно, как обычный слэшер. Так что, если кто любит слэшеры, то могу посоветовать эту игру. Хотя, наверное, сам не любитель их. Ну, в общем, всем пока тогда. Спасибо за просмотр. Смотрите, комментируйте, оценивайте. Пока-пока.